Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Харченко Руслан, автор проекта нейроплатформа AirVix. AirVix – это результат личного опыта и стратегического анализа всей сферы IT-услуг, в результате чего мы разработали свой «Голубой океан». Современный, полнофункциональный инструмент повседневного использования, комплексного решения бытовых и рабочих вопросов для всех людей и компаний. Наш проект как цирк Дю Солей, у которого нет точного определения, кто они. Это не цирк, не театр, не балет. Точного определения нет в мире. Так и наш проект. Это не очередной клон, это не соцсеть, не маркетплейс, не доска объявлений. Аналога в мире проекту нет. Сори. Поддержим. Проект... Бытовые рабочие проблемы людей и компаний – это нескончаемый поток, беспрерывный нескончаемый поток. С помощью нашего проекта все пользователи смогут комплексно решать все свои бытовые рабочие вопросы и проблемы. Блин, не шоумен, конечно. Суть проекта заключается в том, что мы обеспечиваем пользователей надежным инструментом, с помощью которого они смогут решать все свои вопросы. Мы живем в 21 веке, а большинство существующих IT-ресурсов созданы по лекалам прошлого века. Копируют по всему миру и не способны удовлетворить требования и запросы современных интернет-пользователей. Своей системой монетизации они загнали себя в тупик, так как система монетизации требует огромных затрат на содержание отдела модерации, что мешает дальнейшему их развитию. Полгода назад мы сделали стратегический шаг и полностью изменили концепцию предоставления IT-услуг. Теперь нам не нужен штат модераторов. С помощью нашего проекта люди способны решить все свои бытовые рабочие вопросы. Нам не нужно заключать контракты с пользователями, так как с помощью нашего ресурса они смогут решать все свои бытовые рабочие вопросы в режиме онлайн. Мы лишь предоставляем поле для в интернет-пространстве для их взаимодействия друг с другом. Мы сейчас находимся на начальной стадии нашего развития, и для дальнейшего продвижения проекта необходима стартовая сумма инвестиций 36 миллионов рублей. Для того, чтобы проект полностью оправдал себя, необходимо решить три основные задачи. Это создать высококачественный полнофункциональный IT-ресурс, обеспечить его надежную защиту от взломов, обеспечить всестороннее эффективное продвижение продукта. Также необходимо... Проект является высокорентабельным и быстро окупаемым. Инвестируйте в наш проект, и вы сможете поменять каждый вложенный вами рубль не только на миллионы интернет-пользователей, завязанных в единый механизм по всему миру. Благодарю за внимание. Наши контакты на экране. Извиняюсь. Спасибо большое. Мне кажется, что все поняли. Не из твоего выступления, а из твоей презентации. Спасибо большое.